Всем привет, друзья! Вы на канале Посмотри на игру, и мы продолжаем играть Dying Light 2 Stay Human. Прошлая часть была очень интересной. Спасибо тем, кто посмотрел, кто поставил лайк, оценил. Думаю, эта серия получится не хуже. Так, мы остановились на... Найдите контейнеры ВГН на заброшенной парковке. Точно, этот... Как он там? Харбор, блин. Что ты на меня уставился? Как там тебя зовут, да? Я прекрасно знаю, как выглядит. Да иди ты, короче. Уставился я на него. Так, нам сейчас вылазка нужна ночью. Сейчас у нас что там, день? Сейчас день. Днем мы туда не приберемся, да, он говорил? Так, ну что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Дальше будет много всего интересного. Ну а мы начнем. Так. А есть что-то типа времени? Тут сколько сейчас времени в игре? Или нету ни хрена? Так, по-моему, нету ни хрена. Короче, дойдем до места, а там будем смотреть. Опа! Помните, ребят, в прошлой части? Мы заходили сюда и много всего интересного нашли. Я думаю, пока на улице светло, мы сходим сюда. Так, это не то же самое место, блин? Так, там один. Пока видно одного. Тихо, тихо. Он меня пока не видел. Нихрена я только что сам себя спалил, только что чисто. Так, ладно, ждем битвы. Давай. Где ты там? Иди сюда. Иди сюда, давай. Давай. Ох ты, падла. Это что такое? Они какие-то в этот раз посильнее будут. Давай. Хватит уже оттягивать, дерись! Сука. На нахрен, голова отлетела. Так, у нас очень мало жизни осталось. Очень мало жизни осталось. На нахрен, еще одна голова. Сука. Кто-то разозлился. Падла. И как вам нравится хуйло? Так, нам остался один удар максимум. Все, есть нахуй. Аптечку. Два, быстрее. Справишься с этим? Когда-то голову поотлетали просто. Убить падлу! Я подмога, еб твою мать! Давай, подмога, иди сюда. Ты тупая бледина. Ну? Это наша земля. Проваливай. Иди сюда, подмога. Вали его! Ты в натуре этого хочешь?
Ну, я тебя долго ждать буду, да? Хочешь получить? Ладно, ты меня заколебал. От меня не уйти! Да... Чё, какие-то, блин... Ну что? А говорил-то, ты от меня не уйдёшь. Опа, ребят, нам надо... крафтануться. Так, всё, ништяк. Там по-любому снизу еще будут. Сигареты, водка. О, там много, смотрите, ребята. Там много плюшек. Вот этих вот синеньких чемоданчиках постоянно хорошее что-то лежит. Инструменты, инструменты, это все деньги. Так, ну что, спрыгиваем вниз. Бля, это же тот бугай. Здоровый пиздец. Так, а как вот метать? Что-то я забыл. Эй, да нахуй ты мне развернулся от него. Как метать? Блять, ты бинокль мне нахуй тоже не нужен. Блять, тоже не так. Как метать предметами? Ха, поджарил. Вот и все. Вот тебе и босс. Это был последний. Собираем плюшки и идем по сюжету. Блин, ну. Коктейли. Что у тебя есть? О, большой топор из тормозов. Ништяк. Ботинки. А плохо в таких местах нет сундуков этих. Не сундуков, а ящиков. Как он там, антивитр... Короче, ингибиторы вроде. Вроде так называется. Так. Тут. Стрелы. Так, надо подлежать. Да бля. Надо подлечиться. Да не дай бог какой-нибудь мудак вылезет. Сигареты, сигареты. Что-то в этот раз мне как-то не очень понравилось, что это вылазка сюда. Как-то маловато всего. Водка только, блин.
Так, еще нижний этаж. Взлом тяжело. Тихо, главное не сломать. Тихо, тихо. Есть. Вот они, плюшечки. Инструменты. Ой, клавиши на телевизоре. Кожа. Так, тут там драгоценности. Они вроде по 60 монет. Есть. О, топор и знака. Ну, как-то не густо в этот раз мы сходили. В прошлый раз было круче. Это все. Все плюхи собраны. Осталось спуститься сюда вниз и глянуть, что здесь еще есть. Такое ощущение, что мы в прошлый раз вот здесь и были, потому что расположение всего все одинаково. Просто все одинаково. Это не хана, мы тут оружие подобрали. А, вот холодильник я забыл закрыть. Так, все, да? Здесь больше ничего нету. По-моему, я здесь все собрал. Все, можно идти наверх. Валить на самый верх. Так, что-то мне кажется, там уже стемнело. А, нет, еще не стемнело. Так, все, идем по заданию. Немножко отвлеклись. Блять, высоко падает. В этих местах может быть что-то интересное. Блять, я их разбудил, придурок. Раз в этом месте. В этом месте был ингибитор. Не прям в этом месте, но. Я, пожалуй, гляну. В таких вот местах. Частенько что-то хорошее и стоящее лежит. Да они вообще пустые. Так, ну вон чемодан лежит. Но он такой еще себе. Там ничего такого интересного не может быть. Ладно, не пойдем мы туда. Не будем терять наше драгоценное время.
Так, ладно, переходим дальше. Так, тут есть что-нибудь интересное? Ай, блядь, промазал, да ну нахрен. И не тут как тут, блядь. Во, катана. Охренеть. Какая-то тупая катана. Тупая катана. Блядь. Как тут оказался так неожиданно, блин. Катана напоминает, и помните эти, как ходячие мертвецы, там, девушка темнокожая с катаной ходила. Так, нам вон туда. Но. Нам нужно дождаться ночи. Там сейчас все кишит этими тварями. Тихо. Ладно, мы же любим Ой, тихо, не падай. Чел, не надо. Ай, блядь. Еще один выстрел. Все. А чё, дай... Я думал, ножи-то можно забрать. Иди нахрен. Что ты там делаешь? Блин, у меня последний ножик остался. Вот так не хочется на тебя его тратить. Так, ладно, перелазим. Рядом контейнер с ингибиторами. Ну что? Гори, ясно, чтобы не погасло. Мало, блин. Надо подлечиться. В принципе, все можно их добить. А что за угольки, блядь? Просто угольки. Вот еще один уголек. Бля, катана вообще вкатывает. Просто горелые зомби. Опа. Тут что-то есть. Гульдеон. Ребята, что гульдеон дает? Продавать надо или менять? Контейнер с ингибиторами. Так,
Все, я больше ничего такого не. Открываем дверь. Как ты? Сойдет. А ты как? Кто ты? Помощь нужна? Мы в порядке, спасибо. Что случилось? До нас дошли слухи об этом гараже. Мы решили, что это будет легкая прогулка, но ошиблись, идиоты. Эй, зато мы забрались достаточно далеко, чтобы запустить старый военный генератор и зажечь у Фэшки. А потом что? Там внизу, на подземной парковке, хуева туча зараженных. Чудом выбрались оттуда. А по пути наверх на Джонаса обрушилась часть стены. Вы не против, если я попробую? Лучше забудь. Не стоит оно того, чтобы ты кончил, как я. Или даже хуже. Да, но я обещал попробовать. Вот, возьми. Если не погибнешь, они тебе пригодятся. Так, кто там? Мы туда точно не вернемся. По крайней мере, этой дорогой. Спасибо. Слышишь эти звуки снизу? Этот вой. Ага, будто павлины хором «Халлилуйя» поют. Это крикуны. Сами не нападают, но их вой привлекает других. Думаешь, что уже все чисто? И тут раз, толпа зараженных. Хара меня пугать, чел! Вот давай идите, как-нибудь ребят. Вернемся за этим генератором. Я на выходе всех завалю. В хорошем состоянии. А как ты собираешься вытащить его оттуда? Будет легче, если мы сойдем. Так, лестница. Да, это заебись. Подожди, нахуя лестница нужна? Просто мимо лестницы. Прыгнул, блядь. Так, стопэ. А что? А. Я уже испугался. Думал, у меня закончились бинты. Так, нам потом побегать по крышам, ромашки собирать медом. Так, кто тут? Идем. И все-таки мы пришли сюда ночью. Честно, как-то жутко и страшновато идти вниз. Ну, не вниз, а идти дальше. Батюшки. Вон они. Вот здесь даже машины стоят. Так, что я думаю, теперь нам надо потихонечку пробраться. Пройти тут везде. И найти контейнеры ВГМ. Тихонечко. Блять, а тут заплатиться можно. Но здесь ребята, здесь хуево туча. Плюшек. Плюшечек. Их, конечно, можно всех завалить. Блять, да ну нахуй, как он меня спалил? Так, надеюсь, только он, блядь. Там по рации сказали, рядом контейнер с ВГМ. Блять, хреново все.
надеюсь, не успокоятся. Блять, может завалить их? Блин, так не хочется вылазить. Зомби, блядь, лазит, еще нахуй на сидушку ставит. Ну ты что такое? А, я нашел время зато. Время вон снизу в правом углу написано. 17:33. Скоро будет темнеть. Ему надо, блядь, по-быренькому с ними разобраться. Ой-ой-ой. Грибочки. Нас их очень мало. Все, короче. Я ебался, я ждать на. Не понял. Они съебались. Ну это хорошо. Здесь одни тряпки. Это тема, ноги обрубаешь и все, они валяют. Блять. Так. У нас мало ХП, у нас. Всего, блядь, мало. Так, главное не шуметь. Так, это я собрал. Блядь, тут куча всего. О, грибочки. Мои уже на исходе. Так, нам нужен контейнер ВГМ, блядь. Где он может быть? Так, в этой стороне вообще ничего нету. Вот если честно, тут даже ничего такого офигенного я не нашел. Одни тряпки. Эти военные что-то тряпки одни собирали, что ли, блин? Блять, идет, сука. Thank you.
вообще. Так, пустой банкомат. Блин, а чем вообще эти гульдены нужны? Надо будет разобраться потом. Их не просто так много. Так. Тут закрыто. Нам сюда. Но. Так, вот это вот уже очень плохо. Извини, пожалуйста, у меня зомбак, но нет у меня времени разгуливать тут. Так, один грибочек равно 30 секунд. Так, вон там еще один, вот бежит. Давай, давай, иди сюда, иди сюда. Блядь! Нихуя я шуганулся, ебать мой хуй! Ух, это жесть вообще. Вообще, это было очень страшно. Реально одни тряпки подземелья. Так, смотрим. Где-то что-то должно же быть. Нашел.
Надеюсь, это он, ребят. Блять, минус одна отмычка. Это плохо. Плохо, все очень плохо. Так, это ни хрена не контейнер ВГМ был. Блять, у меня всего три гриба. Все, больше нету грибов. Блять, я думал, я нашел уже. Блять, одни тряпки, хуй его знает. Так, ну сейчас остается только если вот сюда идти. Кажется, это и есть тот военный склад, о котором говорил Хуберт. Да, нужно смотреться. Но есть одно но. Блять! Да какой кровавый. Да ты страх, блядь! Ебать их! Хуй его! Суча! А, так они меня могут достать здесь? Да ну нахуй. Я-то думал, они тут не достанут. Так, самое главное, я успел сюда забежать. Ай, все очень плохо, ребята. Пятьдесят секунд осталось. Для того, что времени у тебя осталось мало, ты начинаешь нервничать, блядь. И ломать отмычки. Фильтры. Их всегда не хватает. Ловкачу пригодятся. Так, надо как-то вот сюда залезть. О, есть, 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 есть. Тихо, 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 тихо. Как он там? Во. Фу, бля. Повезло. Тут, кстати, много плюшек. Плюшек тут нормально. Так, теперь нам надо в следующий контейнер. Тряпки, тряпки. А чем тряпки нужны? Есть опять тряпки. Целая куча тряпок.
Слази. То, что у нас времени прибавилось, то не значит, что у нас его до сих пор много. Нихрена, с первого раза просто открыл. Похоже, я наткнулся на сокровище. Бутылка коньяка Ризен Глория. И сигары. Хм, кубинские, судя по надписи. Кажется, все ценное я взял. Пора валить отсюда. Пора валить, да, я с тобой согласен, чувак. Но есть одно но. Тут, блядь, кишит все зомби. Забыл. Блять, они меня там все ждут. Ребята, я не знаю, как дальше-то. Давай, давай, да чё ты, блядь, тупишь, нахуй, придурок, блядь, а? Да, все, завалили нахуй. Пиздец. Это сейчас просто будет жесть, если все это идти с самого начала. Так, 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 понял. Сука, там крикун. Блин, слава тебе, яйца, а? Уф, свет, все дела. Обратная дорога коротенькая, блин. Вообще просто бомбически. Нам повезло, нам повезло. Еще бы начнуться запрыгнуть. Вот эти вот люди меня, которые я им днем еще освободил. Вот ты выбрался. А, нет, они. Ты нашел тайник? Да. Спасибо за отмычки. Но почему вы все еще здесь? Это он? Да. Он был так любезен, что доставил нам товар и избавил от хлопот. Ха-ха. Хорошо. Итак, откуда ты об этом узнал? От одной пташки. А тебе что? У этой пташки не была сломана ножка. Откуда ты знаешь? Это я ее сломал. И зачем? Хуберт хотел оставить всю добычу себе. А ловкачу сказать, что ничего не нашел. Попросил нас помочь. Но мы решили, что рукожопый Хуби не нужен. И ты нам тоже больше не нужен. Отдай ее. Думаешь? Трое на одного. Хороший расклад. Пересчитай. Давай поделимся. Итого 5 трупов. Убить, забрать товар.
А сам драпанул. Вот, блядь, мудак звон, а. Засранец. Тихо, 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 тихо. Ну как вам такое? Ну, чё, где вы там? Давайте, давайте, горите, я пока аптечку съем. Блять, а этот бугай. Нихуя у него топор, блять. У меня кое-что для тебя есть, пацан. Отдай его, моя смерть пришла. Мочи! От меня не уйдешь, говна кусок! Я не промахнусь! У меня для тебя подарочек, пиздюк. Получай! Никакой поддержки! Не уйдет! А мне вообще обязательно с кем-нибудь биться? Выглядит как живой! Давай, давай, сейчас я вас тут прям тут повалю. Оп, минус один. Нельзя что ли на кнопку эту поворачиваться, что ли? Я не понял. Чё, кто следующий? Давай, давай. Сколько у вас там еще осталось? Троих я завалил, у вас осталось двое. Не дайте ему идти. Обязательно их вообще валить? О, башка. Короче, пора с вами кончать. Хуя они сильные, блядь. Сейчас я тебе жопу порву! Так, так, так. Ебаный брат. И как оно, сукин сын? Справишься с этим? Сюрприз, мудила! Зарежь его! Где вы, где вы, блядь? Так, ладно, пора, короче, с вами кончать, ребята. Блять, все, вот теперь надо бежать.
Я, конечно, не лох, но нет, надо подлечиться. Куда он улетел? Куда копье улетело? О, мед! И ромашки. Мед и ромашка. Ништяк. Так мне почему-то кажется, их вообще не обязательно убивать. Мне надо идти и поговорить с Хубертом и бандитом. А то, что они там не докурили что-то, я... Блять. Вообще похуй. Правильно? Я так думаю. Просто свалим сейчас отсюда и все. Не нравится мне, как все это выглядит. Ого! Куда его понесло? Попался! Говна кусок! Вот ночью я вообще ненавижу бегать. Ночью это жесть вообще. Это очень страшно. Это пиздец, как страшно, ребят. Где ты, Хуберт? Тихо. О, есть. Так, а где Хуберт? Где он спрятался? То на крыше? Яйца. Как нога? Не лучше. Но она заживет когда-нибудь. О, прекрасно. Что-то не так? Я тут встретил бандитов, о которых ты говорил. Они рассказали, что ты хотел кинуть ловкача. Ладно. Шило в мешке не утаишь. Но слушай, я хотел так сделать всего один раз. Ловкач никогда не узнал бы. Зачем красть у человека, который дает тебе работу? Слушай, я едва свожу концы с концами. Я решил, что хоть разок сделаю вид, что он навел меня на ложный след, и заберу все себе. Может, на этот раз я немного поторопился. А бандиты? Я решил, что с засадой все будет выглядеть правдоподобнее. Не ожидал, что они набросятся на меня. Это значит, что я дурак, да? Похоже на то. Как можно верить шайке воров? Плохо выходит, когда жадничаешь. Я не жадничал. Я просто отчаялся. Теперь нога сломана, и я не знаю, когда опять смогу работать. А что вообще с ними случилось? Они попытались меня убить, но не смогли. Добыча, ты до нее добрался? Я все забрал. Умоляю тебя, ничего не говори ловкачу. Если ты это сделаешь, ты меня погубишь. Прошу, отнеси ему все, что нужно. Передай ему, что я вернусь в дело, как только заживет нога. Я над этим подумаю. Послушай, друг, без работы я умру с голоду. Я ни за что не поступлю так еще раз, клянусь. Не смеши меня.
Думаешь, после всего этого я тебе поверю? Поверь мне, я усвоил этот урок. Спина затекла уже. Я никогда больше так не поступлю. Посмотрим. Так, ребят, думаю, пора заканчивать эту серию. Серия получилась очень долгая и достаточно интересная. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Дальше больше, как говорится. Все, увидимся на стримах и на видосиках. Пока.